когда-то странной игрушкой безымянной, к которой в магазине никто не подойдет. Теперь я Чебурашка, мне каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает. Теперь я Чебурашка, мне каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает. Мне не везло сначала, и даже так бывало, ко мне на день рождения никто не приходил. Теперь я вместе с Геной, он мне